Ребятки, всем добрый вечер! Вы на канале Пиратская жизнь. С вами, как всегда, Ненаук. Здрасте. И Вовок. Вовок, да. Ребятки, у нас сегодня такой импровизированный вечер. В общем, у нас что-то типа отмечания Дня всех влюбленных. Да, в общем. Это не наш праздник. Да. Это не наш праздник, тем не менее. Так, ребятки, смотрите. В общем, сделали вот эти вот запекли ножки. Вот такие вот они у нас получились. Красота. Ноги. Да, ноги. Вот, также у нас еще рыбка. Картошечка, еще вот такой салат. О, да. Ну и, конечно же, вот смотрите, вот здесь у нас прошутто, сырочек и вот еще этот. Бабуль. Да, бобы. Да. Фасоль. Да, фасоль. В общем, хочу выпить за этот праздник. Вот, пожелать всем счастья, здоровья, любви, самое главное, и всего хорошего. Чин-чин. Все. Приятного аппетита. Доедаем рыбку. И все. Вкусняшка. Вкусняшка. Так, надо сегодня еще мясо достать. Смотрю, завтра сделать это. Мясо с картошкой. Запечь. Но там еще, кстати, осталось одно бедро. Бедрышко? Угу. Да, знаю, сейчас накапало, не накапало. Потом. Угу. Солодь. Бёбрышко. Зря ты, кстати, на шпинат гонишь. Вкусно очень. А чё гоню? Я ничего не гоню. Угу. Просто горький немножко. Да. В общем, ни в какое кафе мы сегодня не попали. Вот, решили как это отметить дома. И, в принципе, знаете, дома тоже неплохо. Тоже много всего вкусного. Экономно. Да, и экономно. Многие дома справляют. Целый день. Где-то идут. Купают только шампанское. И конфеты. И конфеты, да. Угу. Вот так вот. У тебя настроения нет сегодня. Вообще. Легкие анализы пришли. Какие-то странные. В общем, конечно, не хочется накручивать. Вот. В среду пойдем к врачу. Ой, будем лечиться. Сегодня, слава богу. Сейчас от часу не легче. То да. Понос, то золотуха. Конечно, знаете, залазишь в интернет, читаешь, и прямо там. Волосы дыбом. А ты, меньше читай. Ну, знаете ли. Больше врачей слушай. Сумасшедший дом какой-то. Честно, я уже так устала, блин. От его печени. Пьет эти лекарства. Ни хрена не снижается. Ну, просто прям, знаете, а ведь каждый раз лезешь в интернет, почитаешь там, чуть ли не до смерти уже, как говорится, все пишут. Чуть ли не ложись и помирай. Да, вот. Если не лечить. Уникальный ты человек, знаешь, вот. Все, вот все у тебя есть, понимаешь, вот все у тебя есть. Да. Да. Как в Греции. Угу. Все, что хочешь. Прям не могу. Почему они сразу пришли, блин? Почему не завтра? Безденька тут по смаку. Что они так быстро делают? Кады. Я не угодишь. То медленно, то быстро. Хоть металлов никаких нету. Потом. А как это нету? Металл должны быть. Эх, там плане, что они не зашкаливают или что-то. Номер. Металл-то. Что-нибудь зашкалить.
Не знаю, что там у тебя. Чего скажешь, врач? Конечно, я сейчас почитала. Там голоса дыма. Мы еще точно не знаем, что это такое. Что это за анализ такой? Ну просто вот что оно может значить, я прочитала. И как-то то, что там пишут, мне не очень нравится. Где-то пишут лечится, где-то пишут не лечится. Где-то пишут, что чуть ли не полгода тебе жить осталось. Смотрите. Все, вы знаете, как-то 2022 еще как-то это хреново очень все. Мне не нравится. То одно, то другое. То камера, блин. То здоровье, то еще что-то. То комп. Что комп? Вроде нормально все. Я очень надеюсь, что сейчас просто я тупо себя накручиваю. Что ничего, как говорится, такого не будет. Читал уже. Тихоняет. Даже я не заморачиваюсь. А че все пофигу вам? Я могу. Просто мужик какой-то. Господи, я тебя такого нашла-то, а? Куда-нибудь к ней, блин, везде больной. Здесь больной, там больной, блин. Вообще. Сама ты, блин, скоро сдохнешь. Что тебе еще тянуть? Ну вот, и помрем в один день. Угу. Первый. Суть по анализу. И тебя. Так я не 16-й записываю, да? Угу. Все себе. Хотела, блин, найти такое наваждение. Спасибо. Сейчас пока, как говорится, не с вами, я не успокоюсь, я не смогу никакого наваждения. Согналась. Да. Не читалась. Ты что тебе надо? Лимотест. Что тебе надо? Да? Нет. Там опять мы заебали сюда кухни. Все по нам дурацки. Что там, блядь? Каждый раз присылаю на такую сетку. Ой, не могу, блин. Чё тут? Ничего. Ем. Чё? Ты ешь. Ох. Блин, ну чё? Вот куда не плюнь, блин? Что ты начинаешь? Ничего. Кушай давай. Мне как завтрашний день пережить? Легко. Впечатлительный-то. Да. Да. Не читал хрень какой-то. И сидит тут. Не читался.
Уникальный ты, блядь, человек. На 100 тысяч, блядь. Самого уникального выбрал. Анализ у него один плохой. Ничего. Не то, что надо. И пишет прям такое, что прям пиздец. Хоть ты, хоть падай. Там положительно отрицательно, да? Да. Я же буду дополнительное исследование. Выявление. Короче. Блядь. Я очень надеюсь, что я сейчас все накручиваю. Очень надеюсь. Господи, пожалуйста, пускай будет это все фигня. Там не написано, что положительно. А что там написано? В работе. Что написано в работе? Не дай посмотреть-то анализы, блин. Вышел мне, сказал, вот это. Я, блин, пошла, почитала, и пиздец. Да. Почитала. Я тебе свою печь не дам. Татуху, блядь. Ты мою испорчу. Ну, пипец какой-то. Как? Хотела, блин, посидеть. Я не могу. Девочки, не могу. Хотела сохранить там. Могу. У меня сейчас в голове вот это вот крутится, вертится, я как-то пытаюсь анализировать, что-то думать вообще, что как происходит и вообще. И просто не могу, блин, понимаете, переключиться. Вот не могу. Вот, блин, говорю, все и сразу, блин, понимаете? Загоняешься слишком. Да. Ты знаешь, насколько я впечатлительная? Да, да. У меня сразу в голове, блин, самый худший сценарий. Угу. Это просто, блин. Живу я от мира, блин. Сказал. Это уже. Это же у меня одни нервы, понимаешь? Одни нервы. У меня за эту неделю, блин, вообще одни нервы. Два дня, блин, у меня с компом, блин. Сегодня, блин, камера чуть не наебнула, понимаешь? Сейчас ты мне, блин, анализы какие-то там дурацкие, блядь, показал. Что я там начиталась в интернете, пипец вообще. Когда вот этот светлый полосат закончится? Это начнется-то, а? Уже. Ага. Комп сделали, сделали. Угу. Понимаешь, здоровье такой нюанс, который не всегда можно решить с помощью денег. Понимаешь? К сожалению. А очень надеюсь, что можно. Просто куда ни плюнь, куда ни плюнь. То зубы, блин, развалится, то еще, блин, что-то. Кстати, возможно, это все взаимосвязано. Быть может быть, у тебя, кстати говоря, коронавирус активировал всю эту хрень. Понимаешь? Как вариант. Может быть, у тебя что-то были какие-то, знаешь, и знаешь, какой-то
люди являются носителями там, того или иного, да, то есть как, не доминантного, а рецидивного гена там, или чего-то такое, да. Вот, и вот это вот просто является активатором, как катализатор, понимаешь? И все, и пошло-поехало. Одно, второе, третье. Кстати говоря, про диабет это тоже как последствия. Да-да-да. Это наследственные. Наследственные. Да. Со второй типа, не первый. А при чем все это? То есть наследственные. Первый. У меня наследственность такая. Второй тип диабета приобретенный. Да-да-да. А первый, то есть это... Наследственный. Да. То есть ты как-то родился с ним, да уже. Так что... Второй тип диабета – это диабет толстых. А я толстый, да? Ну, не Аполлон, скажем так. Все, гоню мысли от себя прочь. Еще, как говорится, диагнозов таких нету. Начала тут загоняться. Это, знаете, чихнул, у тебя там что-то все, коронавирус, там это, то, да, пятое, да. Десятое. А в итоге у тебя просто банальная простуда. Угу. Я не вижу тела. На антитела и на что-то. Где? Идем, то есть... Я вас спрашиваю, на омикрон, говорит, вас глядеть, нет? Типа. А он что? Нет, не надо. Не хочу знать. Касс это спрашивает, чем прививался, типа. Много в последнее время ходит. Кто пытается узнать, сколько у него антител. Очень многие говорят, приходят, потом выясняют, что у них омикрон. Так вот. Это же все в Москву идет. Че? А потом тебе приходят. Приходит на госслуги. У вас омикрон. Начинает из поликлиники названивать. С Роспотребнадзора. И так далее. Вы знаете, что я хочу сказать? Я сейчас вот сижу, подумаю. Вот я гнала, блин, на эту врачиху, да? Потому что вот она там одни анализы, вторые, блин, по третьему, по четвертому, пятому кругу, там какие-то дорогостоящие и прочее. А вот прикиньте, если вот действительно у него какое-то есть такое заболевание особое, да, от которого вот это все танцуем. И прикиньте, если вот так вот просто пойти в обычную клинику, да, и тебе просто его пропустят. А оно, блин, извините меня, уникальное какое-нибудь там, понимаете, еще. И то есть банально вот ты гонишь на человека, а в итоге он тебе, грубо говоря, жизнь спасает. То есть, прикиньте, если сейчас вот на вот то, что как бы вот я начиталась, да, я не буду сейчас называть диагнозы, потому что пока что это. Вот. А тебе еще врач ничего не сказал. И прикинь, вот, да. А то ты начиталась. Как я понял, этот анализ должен показать либо отрицательный, либо положительный. Там написано «в работе». То есть он, я так понял, еще не сделан. Не готов, потому что там пишется, что он делается в течение 5 дней. Так, подожди секунду. Так тебе пришли анализы, ты что? Пришли. И что там написано, блин? В работе. Вот этот вот анализ? Да. Серьезно? Писано в работе. Серьезно? Да. Ты мне сейчас не врешь? Я же тебе сказал сразу. Я не знаю, что ты пришла тут читать. И...
Загоняться. Ты ёбнул, что ли, блин? Загоняться там. Ты охренел, что ли? Я тебе сказал, в работе. Ну-ка еще раз, давай покажи мне все. Я ничего не знаю, давай покажи. Я принесу телефон. Я ж тебя тут хранится, вроде. Редиска. Сидит тут. Так это, может быть, просто показывает то, что он у тебя, грубо говоря, обследование происходит. Чтобы, типа, показали то, что он у тебя сейчас сдан и это? Не знаю. Слушай, покажи мне, пожалуйста, а? Да, на, я тебе могу скинуть даже. На, вот. Последняя эта строчка. Ну? Ну. Подожди, я поближе. Результат в работе. Ну? Так здесь еще не написано, блин, ни положительно, ни отрицательно. Ты... Вова, ты, блядь... Я тебе сразу сказал, что в работе. Я тебя прибью нахрен! Да, да, да. Что? Блин, девочки, пиздец. Я вот у хранителя собралась, блин, понимаете, вот реально. Ты меня специально, что ли, блин? Ты мне что сказал, блин? Я тебе сказал, что в работе. Ты вышел? А ты спросила и... Ты мне сказал, что положительно, а должно быть отрицательно. Я говорю, странно как написано, в работе. Так вот странно написано, потом ты мне это сказал, вот это, и да, все, да, я полезла. Да, да, да. Это Вот ты меня не поняла и не дослушала, не дала слушать. Что, чтобы я тебе объяснил? И, блин, побежал читать. Да! Да! Вот, блин, слушай сначала до конца. И не перебивай. В шопу, блин. Если ты сам не сдохнешь, я тебя добью. Понял меня? А что ты должен сдохнуть? Ничего! А что ты должен сдохнуть? Иди, сказывай. А у тебя как этот... как бы ворон коршун печень выклюю, блин, сама. Ты не Прометей. Я тоже. Знаете, дурацкий вот этот анализ, ливер что-то там 9 лайт. Он мне сказал, что он положительный. А он должен быть отрицательный, понимаете? Если он положительный, у меня какой-то там иммуно что-то там гепатит. Которые живут, блин, полгода и сдыхают. Можешь сидеть, блин, про него читать. Я про него начиталась, блин. Я думал, у тебя положительный, блин. А он, оказывается, в работе еще. А вот ты охренел, что ли? Я тебе сразу об этом сказал. Ты мне не сказал об этом. Я сказал. Это странное какое-то значение, блин. Да. Так там еще ни хрена ничего нету. Да. Блин, иди ты в жопу, блин. Я тебе говорю, ты мне не дала, добрый, говорить, побежал читать. Да. Потому что ты мне сказал, что у тебя да. Плохое значение, странное какое-то значение, блин. Да, странное. А странное, типа, оно должно быть отрицательное, а у меня что-то странное. Значит, там положительное. Нет. Я тебе не сказал этого. У тебя жопа, блин. Редиска ты злая. Да! Вечно не, блин, наслушаешь меня. А ты мне, блин, ты что хочешь-то? Посуду ты моешь. Короче, да иди ты в жопу, блин. Чтоб я еще посуду мыла. Да. Охрен тебе лысого. Ты пока здоровый будешь мыть. Конь, педаль. Вот сразу понял. Да, конь. Ладно, хоть конь, а не олень. Исправим. А при чем все исправим-то? Ну что, видишь, вот олень занимается 5 минут. Потому что он рогатый. Помнишь? А я медведь. Пиздец, девочки, я вот я серьезно говорю. Знаете, я начиталась вот этих вот последствий. А ты, блин, вечно не дослушаешь Мура. Так а ты мне даже не пытался. И ты врешь, все. Ты мне даже не пытался вообще. Ты мне давай, давай, читай, блин, про это. Я тебе не говорил. Пипец вообще. А я еще удивился, что так быстро? Вроде 4-5 дней, блин, а уже типа это. Тебе жопа. Так как это упало? На сотку почти. Упала.
А вот ты упала, а СТ у него вообще в норме. Что там еще проверили? Гепатита С у тебя нету? Нету. Нету. Что еще? Железо в норме. Металл остальные в норме? И медь еще не пришла. Медь, она где-то... Блин, да, Вова, я тебя прошу, пожалуйста, не надо так мне говорить. Я человек, ты знаешь, я вот херню увижу, я все. Помнишь, я у тебя кое-что увидела? Помнишь, я тут как это в истерике билась? Помнишь? А, увидела она. Вообще, первый раз, блин, в жизни, да? Да, слава богу, последний. Диск. Злая. Вечно не дослушает мужа. Начинает все замки строить. Он у меня такое ощущение, что он меня просто, вот, понимаете, вот, ну вот, он вот любит на моих нервах играть. Понимаете? Я тут сижу, блин, уже все сопли на кулак наматываю, мысленно примеряю на себя уже черный цвет. И думаю, как мне жить дальше без него. Сейчас. Да, хрен. Не дождешься. Да, блин, Вов. Не дождешься. Я сейчас тебя переживу. Да хрен, иди ты в жопу, блин. В работе, блин. Вот, вот нужно с тобой все проверять. Он мне тут скажет, и я... Блин, ты вот не пойму, готов он или нет. Он указан, но, блин, написано в работе. Написано в работе. Значит, он работается. Тебе вообще список, который ты сдавал. Понимаешь? А чего вот я сейчас сижу рыдаю? Не знаю, что ты сидишь, рыдаешь. Нет, бы обнял меня, поцеловал. Редиска злая. Хима, я тебя люблю. Да. Все. Я не хочу, чтобы было. Да, все. Чала тут. Ну, тебе я говорю, врача надо слушать. Реально, я сейчас начитала, блин, прям пипец там что-то. Да, да, да. Читай там псевдо-врачей всяких. Вообще. Что ты начинаешь такое? Чего это вообще? Да потому что ты сказал, я и сидел, про это читал. Что-то да. Мне не нравятся плохие показатели. Я просто читал, что этот анализ вообще показывает. Я ни хрена не понял, говорю, там... Все запутано так. А ты начала тут. Так я думала, и все подтвердилось? Да. Да? Я тебе даже, блин, озвучил, что написано. Надо четче свои мысли доносить. А должно быть отрицательный. Сейчас человек простудился. Я тебе сказала. Я тебе сама печень вырвал. Да, 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 да. Все, заканчивай, давай. Хватит тут. Сопли на кулак наматывать. А теперь сиди в неизвестности. Че как? Че, нормально все. Завтра, может, идет. Или послезавтра. Короче, сумасшедший долг какой-то. Вот издевается, понимаете? Вот играет на нервах. И вообще, вот честно говорю... Девочки, не читайте интернет. Там такого не читаетесь. Да. Прыщ скачил, блин, все. Все, труп. Труп. Завтра сдохнешь. Ну, что, не завтра, а через годик. Херня. Да. И то вот тебя укусил, там личинка у тебя поселилась. Ой, вся жесть. Ты не можешь быть настолько уникальным человеком на 100 тысяч от 1 до 17. И такое заболевание диагностирует. И то у 70% женщин. Ты что, баба, что ли? Нет. Ну, там крайне редко, как она еще сказала, я тогда еще помню, что ну, можете сделать, можете не сделать. Потому что, типа, ну, как бы это. Ну, на всякий случай. Ой, я очень надеюсь, что, блин, будет все потрясательно. Ну, такое. Ну, я уже вообще просто. Понимаете, я уже мысленно пережила это все. Я уже вот. Ну, не знаю, что сказать. Заканчивай, давай. Заканчивай. Короче, девочки, берите все в свои руки, мужьям не доверяйте, они еще те паникеры, они еще те сказочники, они просто вот, как это, как кровопийцы пьют нашу кровь. Я? Да. Да ты пьешь. Я? Да. Блин, вообще, ну у тебя в жопу, блин. Ой, короче, вот, видите, шутил. Пьет мою кровь. Да, конечно. Вот, видите, да, вот. Да. Ой, видите, сколько уже выпила? Да. Да, пять, он опять. Чего они хотят? Иди в жопу. Все, всех любим, всех целуем. Ребят, все, я пошла успокаиваться. Я надеюсь, что все будет хорошо. Карболончику выпей. Да. Надо. А лучше вон открой бутылку новую.
Бахну, и мне станет легче. Да. Все, спасибо, всем пока, ребятки. Все, до завтра.